материться. Есть пропуски от людей, которые проверят там на наличие биокатора. Все, ребят, отходим. Ребят, я выспал. Ребята, не ведемся на этих провокаторов странных. Сколько заплатили за то, что ты боялся? Мне? Да. Храм прошли. А тут, короче, кровь отсюда идет, понимаете? Вот это все они хотят Киев кровью залить вот отсюда, именно отсюда. Это храм используется Российской Федерацией как плацдарм для старта всяких военных людей. Мы тут с самого утра были, тут никого нет. Так вы не проверьте, кто там внутри, вы этого не сможете. А люди пришли проверить. И там ничего нет. Это вас надо не ковать, это и вашей команды. Воспитайте маску, вы правильно сказали, воспитайте маску. Путин кто? Путин кто? Путин кто? Пророссийский Путин кто? Президент России. Правильно, а что кто? Откуда я знаю? А, ну все, значит, тебе заплатили деньги. Путин кто? Что Путин? Кто Путин? Президент России. Мы выбрали Порошенко, родили какой-то порядок, это будет. Вот порядок, вот отсюда порядок такой придет, что порядок вообще в Украине не будет. Вы знаете, где Александр работает? Не знаете, где Александр работает? У нас есть служба безопасности Украины. Ее нет, она продана Россией. А вы считаете, матами и палками можно порядок навести? Какие маты? Люди пришли сюда я просто не дачи. Я пришла, чтобы мы не проявили. Я не вважаю, что люди, які кричать мати, можуть навести порядок. Я хочу ви мати. А в Україні це мати? Ні, там ваше матерівство. А ми в Україні це мати? Не треба розказувати. Тут ми народ не матюкають. Там де-то хто-то матюкнувся, це... Це не ваші, так? Так ви говорите. А ви не матюкались ніколи в дітстві, коли в кулізі там тусувалися такими... Я не матюкалась. По блядкам хай ходили, то ви не тусували, не матюкались. Вже чорт розмовив. А? Вже чорт розмовив. Я не розумію. Ось ну, ще часів анекдотства на Україні було язичництво. А зараз іудеї приписали цілому світу анекдотизм і християнство.